понедельник, 20 мая, в столице России откроется и соберет юные таланты со всего мира международный фестиваль «Москва встречает друзей». Фестиваль организует благотворительный фонд Владимира Спивакова при поддержке федеральных и московских правительственных структур. Престижное мероприятие пройдет в этом году юбилейный 10-й раз. Кажется, 10 лет – это мало. На самом деле это очень много. Особенно если смотреть на наших детей, которые с 7-летнего возраста становятся юношами и девушками, которым 17 лет. У нас любят цифры. Так вот, этот фестиваль принял приблизительно 20 тысяч детей со всего мира из 50 стран. Из 50 стран мира. Обычно первый концерт, открытие провожу я сам. В начале для меня тоже сюрприз, как и для всех, кто будет присутствовать на этом концерте. Этот сюрприз готовят Петр Ильич Гулько и Екатерина Романовна Ширман. Это обычно танцевальные коллективы из Белоруссии, Украины, детские, конечно, Азербайджана, Армении, Грузии, Республик Кавказа. Честно сказать, помимо вот такой программы, она очень расширенная и идет во многих совершенно местах, включая больницы, включая колонии детские. Мы также доведем этот фестиваль до 1 июня. Вот мы вместе с фондом «Вера» внесем свой первый, так сказать, вклад в строительство детского хосписа в Москве, которого еще нет. И, как вы знаете, вообще это, если можно так нескромно сказать, с моей стороны, это моя линия жизни, потому что в Московском международном доме музыки постоянно и много раз мы проводим концерты в помощь детям, которые нуждаются вот непосредственно завтра, послезавтра, через 3 дня их нужно оперировать. Вот мы собираем средства, и, как правило, к счастью, к нашему, все кончается благополучно. Таким образом, мы дарим жизнь, в общем, этим детям. Таких операций, которые провел фонд, их приблизительно 111, даже не приблизительно, а точно 111 операций, плюс 300 возможностей было провести детям медицинское обследование. Вот такие вот фестивали, они как бы становятся мостиком между материальным и духовным. Действительно, люди, связанные с культурой, откликаются на чужую боль быстрее, чем те, чью помощь, может быть, мы хотели бы больше увидеть, чем люди, связанные с бизнесом и деньгами, да? У фонда «Вера» было несколько интереснейших проектов. У нас были благотворительные спектакли в театрах московских, благодаря Министерству культуры организованных. У нас был концерт в Большом театре. У нас вышло 2 книги. Это я вам все к тому говорю, что люди, связанные с культурой и искусством, они тоньше чувствуют, они ранимее, они острее реагируют на чужую беду, и они быстрее приходят на помощь. Вот этот фестиваль, посмотрите программу, он огромный. Это гигантская титаническая работа. Работать над следующим фестивалем начинаешь на следующий день после завершения прошедшего. Количество детей, которые участвуют, это дети, которые взрослее своих ровесников. Мы умиляемся, сидя на ваших концертах, аплодируем, легко плачем, как прекрасно, такой маленький так играет. Это титанический труд. Это те люди, которые потом вырастут и будут совершенно иного качества гражданами своей страны. Очень советую тем, кто не был, правда, приходите. Угу. Если не можете на какие-то отдельные концерты, на заключительные придите, опять в МГУ будет, да, заключительные где, да? Да, и на открытии посмотрите, что это. Душа радуется, понимаете? Вот душа радуется. Вот понимаешь, что такое нужно. Нужно. Такое нужно единение, объединение разных национальностей, из разных республик. Не то, что даже сидишь как бы в Советском Союзе, это шире, сидишь в мире и слушаешь детей. И когда они все вместе, тоже объединяются. Я считаю, что это замечательная совершенно идея, и прекрасно, что она воплощена. И я вижу, что вообще нарастает и по объему, и по интенсивности этот фестиваль.